Здравствуйте, это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Так хочется сказать, весна пришла, но страшно ее спугнуть. Как птица в открытую форточку, может весна упорхнуть. И о погоде в Архангельской области на 11 мая. Котлас плюс 18, небольшой дождь, пасмурно. В Плесецке пасмурно, небольшой дождь и плюс 13 на термометре. В Вельске облачно, возможен дождь, температура воздуха плюс 15. И о погоде в Архангельске. Утром пасмурно, дождливо и температура воздуха плюс 9. Днем также дождливо, плюс 13 на термометре. Вечером дождь утихнет, а температура воздуха опустится до 7 градусов. Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но обманывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. До встречи на телеканале ПС.